прошлом году на территории Ленинского городского округа был создан муниципальный центр управления регионом, куда стекаются все сообщения с областного портала «Добродел». Здесь заявки жителей обрабатываются и направляются в различные службы для дальнейшего решения проблемы. Поскольку все находится здесь, поскольку все обрабатывается здесь, поступает сюда, мы можем быстро реагировать на жалобы, мы можем понимать, где у нас проблемы, соответственно, где-то что-то предупреждать, работать на опережение даже. Соответственно, это дает свои плоды, то есть проблемы уходят, да, становятся меньше. Портал «Добродел» создан правительством Московской области в 2015 году. Каждый житель может скачать мобильное приложение или зайти на сайт, чтобы зарегистрироваться и начать работу в системе. Здесь пользователи оставляют свои жалобы по разным тематикам. Самое популярное – жилищно-коммунальное хозяйство. Неубранная придомовая территория или контейнерная площадка, сломанная детская игровая зона, ямы на дорогах, отсутствие освещения. Достаточно описать ситуацию и прикрепить фотографию. В течение 3 дней данное обращение находится на модерации, но обычно это происходит в течение суток. После всего этого он поступает к нам сюда в район. Сотрудники муниципального центра управления регионом рассматривают данное обращение, то есть на рассмотрение, на модерацию у нас уже здесь. У нас уходит самое большое это сутки. Обычно в течение там, первой половины дня рассматривается новое обращение и, скажем так, анализируется и направляется на исполнение по управлениям администрации. Ответ заявителю приходит не позднее, чем через 8 дней. Именно в течение этого времени проблема должна быть устранена. Если вопрос критический, например, открытый люк, его решают немедленно. Есть проблемы, но всегда все стараемся решать и с жителями держимся на связи. В очень больших случаях оставляют свои номера телефонов в обращении, и мы созваниваемся с ними, конструктивно обсуждаем вопросы и, соответственно, в таком вот порядке работаем. Однако есть категории сообщений, которые требуют более длительного и тщательного рассмотрения. Невозможно возвести новый детский сад или построить дорогу за срок чуть больше недели. Если такие проблемы поступают, а они поступают, мы вынуждены отложить исполнение данной заявки, но это не значит, что мы от нее отказываемся. Естественно, она будет выполнена, естественно, все это будет закрыто, но, к сожалению, на это бывает необходимо потратить какое-то время. За 5 лет работы портала «Добродел» от жителей Ленинского городского округа на него поступило порядка 85 тысяч сообщений. Почти все проблемы удалось решить. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.